Мы, студенты Одесского национального медицинского университета, обращаемся к вам, жителям России. Хотя и знаем, что, скорее всего, наше видеообращение к вам не дойдет, учитывая каждодневные блокировки социальных сетей, которые происходят у вас в стране. Утро 24 февраля началось для меня с многочисленных смс-сообщений в 5 утра. И первое сообщение, которое я увидела, это РФ напала на Украину. В нашу повседневную жизнь вошло слово «война». Мы ложимся спать в одежде, просыпаемся ночью от воздушной тревоги и идем в укрытие. Я никому не желаю услышать те взрывы, которые слышала я и остальные украинцы. Каждый год 9 мая вы выходите на парады и говорите «никто не забыт, ничто не забыто». Так вот, вы забыли. Вы забыли, что значит страшное слово «война». Нам не нужен русский мир, не нужно нас спасать. И напоследок хочу задать вам вопрос. Задумайтесь, могут ли все страны мира врать и только одна говорить правду?